Привет всем! Я из церкви Слово Божие. Сегодня откровение при видеоролике, который нам сделали наши пастыря. Почему я не хожу в церковь? Многие не ходят в церковь, потому что у них есть гордыня, дележка, грех и службы бесам. Церковь – это когда двое или более собираются в духов Божьем. Но если многие собираются вместе из-за гордыни, денег и других похотей, то это от сатаны. Потому важно, в какой мы не в духе. Тайна пребывания в церкви открыта детям Божьим. А тем, кто не в духе Божьем, эта тайна не открывается. И их нет в церкви. Церковь – это тело Божие, чья миссия состоит в том, чтобы покорить мир. Мы должны слушать Слово Божие, и тогда Бог откроется нам, и мы будем в церкви, и мы родимся свыше от Бога. Тогда мы станем учениками Бога. Находясь в церкви, мы будем спасены, потому что Иисус сказал, что те, что не со мной, против меня. Для многих остается загадкой, что мы являемся телом Бога. Где Иисус, там и Святой Дух. Бог определил место для каждого в церкви, потому что Бог является хозяином своим телом. То, что мы не ходим в церковь и не слушаем слов Божьих, есть от скрытия от Бога, потому что тогда мы всячески избегаем Бога. Мы ищем причины, чтобы не быть в церкви. Это наши мысли, когда мы избегаем церкви своими решениями. Мы должны слушать наших учителей, чтобы иметь правильное мышление. Мы должны позволить Иисусу изменить наше мнение и не сопротивляться Ему. Потому что Иисус есть путь и жизнь. Потому мы должны отказаться от своих мыслей, потому что мы только Божье Слово есть истина. Для нас есть только один путь. С неправильными мыслями мы сбиваемся с пути в жизни, тратим время понапрасну. Бог ждет нас, потому что мы Ему дороги. Подробнее об этом можно узнать по ссылке под видео.